Сегодня президент Владимир Путин обсудил с главой Ингушетии Муратом Зязиковым проблемы, связанные с восстановительными работами после недавнего наводнения. По словам президента, в этой области кое-что сделано, но проблемы еще есть. Мурат Зязиков сообщил, что восстановление идет с опережением графика. Большинство проблем руководство Ингушетии рассчитывает решить до конца сентября. На этой же встрече обсуждались вопросы возвращения беженцев в Чечню и налаживания добрососедских отношений между Ингушетией и Северной Осетией. Прежде всего, меня, конечно, интересует, как у вас складываются отношения сейчас с соседями. Насколько мне известно, я позавчера только разговаривал по телефону с Александром Сергеевичем Засуховым. Он достаточно позитивно оценивает те процессы, которые сейчас происходят между республиками. Есть основания полагать, что вы на договоренности можете выйти, такие устойчивые по возвращению людей в места их постоянного проживания, решение других проблем, связанных с проблемами прошлого. Потом очень серьезный вопрос возвращения беженцев в Чеченскую республику. И, насколько мне известно, с руководством Чечни у вас тоже деловой контакт сложился, неплохой. По вопросу возвращения внутрипермещенных лиц, беженцев, работа сегодня проводится большая. Сегодня мы за последние полтора месяца у нас в Чеченскую республику вернулось 27 тысяч человек. Сколько всего, по вашим оценкам, теперь усредненным и согласованным, сколько было беженцев из Чечни? На сегодняшний день у нас 90 тысяч осталось. Цифра была 147 тысяч. 27 тысяч, я уже говорил, у нас вернулось вот за последние только полтора месяца. Принцип возвращения, я хочу подчеркнуть особо, это принцип добровольный. Возвращаются только те, для кого созданы условия, те, кто хочет вернуться и непосредственно. Сегодня позитив в Чеченской республике наметился. Сегодня там мы знаем, что 500 школ заработало. Решаются социальные проблемы. Решаются вопросы трудоустройства. Вопросы безопасности сегодня с позиции федерального центра решаются. Позитив есть. Не так, как хотелось бы, конечно, но сегодня очень многое делается. Не замечать это нельзя. И поэтому люди возвращаются. Я вчера встречался с Александром Сергеевичем. У нас задача одна. Добрососедство, добрые отношения. Сегодня встреча проходит на уровне духовенства, молодежи, творческих союзов. Иногда даже вот политики даже не успевают. Вот так у нас сейчас получилось, что даже на бытовом уровне люди уже как бы тянутся друг к другу, и процесс этот сегодня начался.